Приветствую вас, дорогие мои друзья. Вы на канале Второй Angel Planet. У нас сегодня ритуал из Ригведы, ведический ритуал к Агни на защиту и богатство, чтобы Агни всегда был рядом с нами, нас сопровождал, нас защищал, чтобы в огне негатив сгорал и чтобы богатство привлекал. Агни у нас ведический посредник для жертвоприношений богам, той Сомы, масло Кхи. Ритуал ведический. Не забудьте поставить лайк, подписаться. Тот, кто прослушивает этот гимн 3 раза минимум, тот достигает этих благ. Если слушать каждый день по 3 раза, это будет увеличивать ваши блага, ваши результаты, вашу защиту и ваше процветание. Итак, начнем. Итак, мы садимся в позу лотоса, выпрямляем спинку, тянемся макушкой вверх для прослушивания ведического гимна. Кто сидит на стуле, можно скрестить просто внизу ноги, можно сесть на пол. Кому совсем трудно медитировать, в крайнем случае можно лежать, но для достижения успеха, результата желательно сидеть с прямой спинкой. Вытягиваем шейку, позвоночник, тянемся макушкой вверх, чуть-чуть подбородок направляем к груди, вытягиваемся, закрываем глазки и начинаем гимн. О Агни, призываю я во главе поставленного в Бога жертвы и жреца Катара, обильнейше сокровищного. Агни достоин призывание Риши, как прежних, так и нынешних, да привезет он сюда богов. Агни, посредством него пусть достигается он богатства и процветания изо дня в день сияющего и мужа обильнейшего. О Агни, жертвы и обряд, которые ты охватываешь со всех сторон, именно они идут к богам. Агни Хатар, с прозорливостью поэта, истинный, с ярчайшей славой. Бог с богами, да приидет. Когда ты в самом деле возжелаешь, о Агни, сделать добро почитающему тебя, то у тебя это истина, о Агни, раз. К тебе, о Агни, изо дня в день, о озаряющей тьму, мы приходим с молитвой, неся поклонение. К царящему при обрядах, к пастырю закона, сверкающему, возрастающему в доме своем, как отец сыну, у Агни, будь доступен нам, сопровождай нас ради блага. Настроившись на этот гимн, при повторении имени Божества, мы восхваляем его, выславляем, прослушиваем много раз, на подсознание оно ложится, и мы чувствуем, что Агни всегда будет рядом с нами и нас защищать. Минимум 3 раза прослушав, можно обрести удачу. Выходим из медитации, медленно открываем глазки. Не забудьте поставить лайк, подписаться и поставить колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Следующие ведические ритуалы из Ригведы, Атхарва-Веды.